Так русскоязычные студенты демонстрируют знания английского языка перед иностранными ровесниками. При этом ребята из КАИ осваивают курс второго высшего образования по специальности переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Английские студенты упражняются в русском языке в рамках программы тандемного обучения. Русский язык очень трудный, поэтому мы понимаем, как трудно это, когда вы говорите по-английски. Поэтому спасибо вам. Да? В мире формируются совершенно неправильные стереотипы. Русских представляют какими-то агрессорами и прочее. И иностранцы не знают истинной ситуации. Поэтому, когда они имеют возможность общаться с русскими и общаться со студентами, которые их возраста, и получается, и они видят, что интересы одинаковые, мы вообще-то одни и те же люди, и все мы хотим жить в мире. И никто не хочет воевать, и никто не хочет никакой напряженности, то самое главное – это разбить эти стереотипы неправильные. Это очень интересно, потому что они все русские студенты, но они говорили по-английски. Участники блеснули не только знанием английского языка, но и актерскими способностями, чем удивили и порадовали иностранных гостей. Одна группа устроила собеседование с работодателями, другая застряла в лифте с интернациональным составом. И еще одна команда умудрилась перевести «Властелина колец» на собственный лад. Да что ты знаешь о настоящей любви? Щегол! Кто сказал щегол? Да он на хипстера похож. Как и ты, впрочем. Главным критерием жюри конкурса презентации послужило понимание речи выступающих, а это нелегкая задача для носителей различных диалектов из разных стран. Студентам помогали преподаватели, носители языка, которые работают в КАИ уже не первый год. Абсолютно важное в этом мероприятии то, что они строят мосты. Студенты учатся разговаривать. Им уже легче общаться и находить общий язык с иностранцами, которые приезжают в Россию. Примечательно, что все участники ивента эмоционально реагировали на выступление. Это значит, что контакт в уютной международной обстановке был достигнут. Победители получили дипломы и сладкие призы. Все остальные – искреннее удовольствие от общения. Анастасия Иванова, Родион Топал, Хайдар Мундубаев, Универньюз.